Иностранные студенты и преподаватели Южноуральского государственного университета приняли участие в лепке снеговиков. В мероприятии было задействовано около 30 иностранных студентов из разных стран – Туркменистана, Китая, Сирии, Афганистана и других. Лепка снеговиков – это наше традиционное мероприятие наших детей и нас. И такое мероприятие поможет сплотить наших студентов, показать им эту традицию. Здесь собрались студенты из разных групп, и они могут здесь и поиграть, и подружиться, пообщаться. Здесь мы друзьям сделали снеговик. И у нас сейчас очень хорошее настроение, шикарная атмосфера. Отметим, что предновогоднее мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.